Не, ну мне это нравится, понимаешь? Нравится. Садомазохист, блин. Садист. Тут каждая игра на кошмаре, это место для застревания. Любой момент. Короче, я Рэмбо, я стану посередине дороги, и меня ничто не пробьет. Меня ни одна пуля не попадет. Та-да. Прячься. Чё, псих? Да. Есть немного. Я заметил. Как у тебя там с ХП? Один квадрат, благодаря вам. Подлечить? Да не надо. Спасибо. Ой, куда ты... куда назад? Ох. Ох, как красиво, он там бежал, споткнулся. Ноги заворачивает за голову. Ох ты. Мне интересно, чем он целится? У него полбашки нет. Ну это прикол такой. Да вообще не прикольно. Патроны есть? Патроны, патроны. Патрона нет. У меня тоже лошадь. Так, я сбегаю, у меня там патроны валяются. Прикроешь? Давай. Ножом, да? Отлично. Сколько? Назад, назад! 10. Сколько ты? А, молодец. Сейчас я им грену кину по самое не хочу. Дай твою дивизию. Ты мою дивизию не трогай. У тебя еще гранаты есть? Есть парочка. Слепые? И слепые. Ах! Save me! Да ты-то как там оказался? Я вообще-то бежал за патронами. Так. О! Я смотри. Тоже патроны забрал. Мне целых 10 патронов к пистолету! Ну ты мужик! Да, я знаю. А у меня побольше, наверное. У меня 2 слеповухи. У меня целая обойма! Чего? Патронов чего? От чего? Это что было? К автомату. Заложите взрывчатку. Да чем ее заложить? Где? Могу разве что наложить на взрывчатку. Мне уже давно. К нам идут. Да ладно. Неужели? Мы смогли это сделать. Ну и Финн там что-то помог. Юху! Поплавайте, твари, я там так плавал, там так приятно. Не дай бог, мы сейчас еще миссию не пройдем. Да пройдем. Не дай бог. Быстро закончи миссию. Поиск партнера. Это что такое? Ты вылетел куда-то. Ну, надеюсь, мы все сняли? Да. Ну. Поиск партнера. У тебя тоже поиск партнера, да, висит? Жми отмену. Я не могу, у меня нет отмены. А вот все нашел. У меня есть В отмена. Сейчас возьмем продолжить. Надеюсь, это все. Да. Если сейчас новая миссия запустится, то надо будет попрощаться. А, нет, продолжение. Продолжение следует. Вот только по отдельности у нас, наверное. Ну, может, ты меня нашел, я тебя. Шерри Биркин? О, май гад!
Какие люди! Так, тихо, ролик. Wait, are you Chris? My sisters told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. But someone pays me to be. What did you just say? What? Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Alpha Team copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Они что, психи? Это ты? Видишь, это ты ешь, сказал, что мы найдем друг друга. А, да, точно. Сейчас я хочу посмотреть, как этого солдатика задают. Мы его не задаем. Как мы должны уничтожить все турели? Что делать-то? Да чего вы поможете, вы ничего не можете сделать. Пусть там играются с ним, а мы обходим. Я вообще не пойму, как Шерри может за себя постоять. Открывай. Не открываются? А как же эти турели в натуре? Мне больше всего не понравилось, почему у Джейка нет звериного взгляда, как у его папашки. А мне он показался психом. Мне он показался наемником, который думает только о себе. Прям как Данте. У меня целых 10 патронов. А у меня целая обойма. Еще пару раз скажи. У меня целая обойма. У меня целая... Ух! Ох! Жахнули-то нас как. О, Шерри! Прикинь, меня мисс Биркин спасла. Да? Я не думал, что боты на это способны. Все, меня расстреляли. Я пал смертью храбрых. Жаль, тебя не накормили. Я тебе покажу. Или, по крайней мере, голову не раздушили. Это так приятно. Это так приятно. Посмотрим, когда кому еще будут разрезать ее в будущем. Беги! Блин, у них 3 зенитки, а у нас один огромен. Кому хуже? Огромену. Вот ящики сзади. Я нашел секретное место с ящиками. Тут патронов навалом. Ого. Видишь, я какой умный. Да. Умничка. А печеньку. А косточку. Вот этот турельщик. Вот этот. Бросаю туда слеповую. Захожу. А я ухожу. О, Шерри опять меня спасла. Шерри лучше, чем ты, играет. Давай не заморачивайся. Я тут сам бот размораживаю. Давай с этим агроменом завязывать. О, сейчас я к нему прыгну. Да, я пошел. This is Sparta. Сдохни, сдохни, сдохни. На. Нате! Получил твой силу Рэмбо! Меня сейчас отымеют, Рэмбо! Я, блин, вообще с агроменом веселюсь, вообще замолчу. Я еле живой как-то, почему-то. Кто это сделал? В чем? Не понял, а кто его убил? Я. Да не агромена! А кого? А.
О, неужели вы решили прийти к мне на помощь? Да, я соизволил. Подойди ко мне, я нас вылечу. Давай, я у тебя. Да ты... Вконец-то! Здесь, походу, бесконечные эти боты. А Шерри работает руками, ох. Да пусть... А, кстати, пусть они валят. Патронов-то нам навалят. Вообще красиво, кучку. Я не против. А ты? Джейк, отойди, блин. А. Я твою, тебя твою, сейчас... Твою, твою, твою... Я не матерюсь. Нет, я не матерюсь. Я тебя ненавижу. Я тебе тоже. Может, а что там, к Агромену на горб забежал? Да. Я-то этот... Кто такие трюки выделывал, такие вот, в ближнем бою убивал целых гигантов? Есть какой-нибудь фильм или что-то такое, типа? Битва гигантов, не, не битва гигантов, битва это... Битва титанов. Битва титанов, да. О, я титан. О. Ты титаник! Кто из нас титаник-то? Так, я Агромена отвлеку. Ты какой-то ему горб простреливай. А, круто ты его отвлек. Твою. Мастерски. Да тут еще турель. Ой, он на нас бежит. Он дом развалил. Да. Ох, он псих. Ох, он псих. А я не заметил. Вот это морда, так морда. Это ж у него как мамочка-то выглядит. Спасибо, что вылечил. Да не за что. Так, я к нему на горб. Давай, увидимся. Давай. За Россию! Мы вообще убить сможем. Как там твой Агромен? Да, так. Слюни пускает. О, патроны к винтовке снайперской. Он чуть не при... Он прихлопнул Шерри. Да ты чё её не спас-то, эгоист? Да идёт она. Куда? Иди сюда, я нас подлечу. А, извините, я немного умираю. Ну ладно, я извиню тебя на этот раз. Это что такое? Это я. Давай, отходим сейчас в угол, я нас лечу. Это что за? Кто сдох? Турель, видел? Откуда аж стреляет? Напарник погиб. Ох, чувствую я, мы тут застрянем надолго. Так, бежим сразу в здание. Да ну. Иди, я нас подлечу сразу. Давай, я тут возле тебя. Хорошо. Отлично, я бы сказал. У меня только кони. Да, у меня тоже. Да ты что будешь делать? Это кто тебя там? Это тупой снайпер, блин, все достало. Беру нож, мне наплевать на все. На, на. Вот. Чё, почувствуй мою силу. Я к тебе боюсь подходить. Правильно делаешь. Мне сейчас не в том настроении, чтобы ко мне кто не подходил. Блин, это что было? Это был Шерри Мэн. И твоя нога. Да это вообще... А ты псих. Пусть сами разбираются. О, это было больно.
Зачем ты туда выбежал? А потому что я Рэмбо. А меня пули не берут. Да, пули не берут, ракеты вообще не попадают. Агромены бегут. Агромены, да, боятся тебя. Их за эти зенитки ненавижу. Короче, так делаем. Ты иди ломай зенитку, я с агроменом веселюсь. О, сейчас что-нибудь попробуем. Сдохни, тупой снайпер. Давай, громенчик. Так. Я пошел. Давай, громен. Танцуй пока, молодой. Не хочешь мне помочь? Нет, не особо. Ну ладно, так и быть. А я думал, вы на меня забили. Да хотел. Совесть замучает. Я могу смотреть только на три вещи вечно. Как бежит вода, mm-hmm. как горит огонь и как мы подыхаем в Resident Evil 6. Ненавижу, ненавижу. Давай, я верю в себя, я смогу. Я могу. Нет, ни хрена я не могу. То, что ты Эшел. Блин, эти очки умений ненавижу. Падаешь? Падаешь. Блин, вначале тут такое крутое было. Патроны навалом всего. Ну давай, громынище. Да чё там тебе? Нормально, нормально. Нет, не нормально. Молодец. Продолжить, да, нет. Да, ну. Нет. Нет? Да. Да? Да. Да? А что, нет? Нет. Да? Да. Беги! Roger that, Echo. We'll take care of him for you. Грёбаный снайпер. Our first target's over here. Что выбегать не надо. Out of the question. You need to get to safety. Прямо перед ударом агромена. Ура, патроны. Иди сюда, я подлечу. Да это, в принципе, тут. Так, я на агромена. Ну, как знаешь. Уи! Лошадка! Пони! Какие-то пони в Эдонии большие и красивые. Они такие неашные, такие большие и неашные. Вот это морда. Слышь, как у тебя мамочка-то выглядит? А, мамочка? Я представляю, как выглядит его папочка. Я! Нет! Я! Умри! Агромен. На! Красава. Я знаю. Как всегда. Не, ну я ему уже второй раз вставляю в горб. Что-то мы не то делаем, кажется. Либо его убить пока нельзя, либо ты следом должен после меня прыгать сразу на него. Да нет.
что на один только я на него выпрыгиваю. А куда он ушел, я не понял. Эй, вернись! Огри! Огри, 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 огри! А вот он куда ушел. А ну вернись. Плохой огри! Ох, я что-то его плохо сделал, бубо. Кажется, лучше отойти. Я согласен с вами на этот раз. Он Джейка там вышел. О, я опять его ранил. Я! Уйди, уйди! Плохой, плохой, плохой Крис! Умри, Агромен! Сдохни! Это тебе за вечно моего умирающего напарника! Ну куда он, когда он уже сдохнет? Кажись, он не сдохнет, это уже тупая трата патронов. Короче, пошли ломать зенит. Давай. Ты за спиной смотри хоть иногда. Патроны. Лошадки. Ну блин, вообще круто. У меня патронов не осталось, ничего нет. Так, я нас подлечу, давай. Аккуратно сзади. Ох, на тебе. Горло вскрыл? Да. О, сразу патрон на автомат. Их, видимо, добиванием, если убивать, там будут падать патроны, я так думаю. Надо шикарно их убивать. Нет. Гранатка выпала. А мне пони. Няшный? Очень. Ну, спасибо. А! Чувак! Ох, Джейк добивает, ох, Джейк добивает. Я тоже так-то тут работаю. Блин, я Джейка с зомбярой путаю. Они похожи. Да, в принципе. А, да блин, ну харай, что ли. Ура, еще автоматные патроны. Я целую очередь набрал себе. На. За башкой следи хоть иногда. За чьей? За твоей! На! Так, он там уже установил или нет? Достал, блин. Да, почти. Ну, сейчас он начнет орать, типа, сейчас взорвется. Вот! Уходи! Сейчас взорвется все. Ой-ой-ой. Сейчас, кажись, я рвану. А, нет. Да, взрыв-то маленький был. Осталось еще два орудия. Контрольная точка, аллилуйя. Бежим. Бежим. Я не против. Агроман только... вроде большой, а двигается медленно. Только куда бежать? Снайперы. Вот, лестница. Ты первый лезь, там снайперы. А, нет, ну ладно, я. Я смелый. Может, просто псих? Вот, хедшот. А что мне тут делать? А, турель, турель! Готов. Короче, я... Да что такое? Хорошо, что я спрыгнул сразу под тебя. Ты мне на голову спрыгнул. Ну ладно. Небольшая потеря. Тебе меня вообще не жалко? Жалко? Но тебе-то меня не жалко. Да забыла бы, за что тебя жалеть. Вот видишь, ты опять. А, я, кажется, нашел, куда идти. Я пока с пулеметчиками поразбираюсь. Окей. Кстати, пулеметчик-то с Агромен... пулемет-то с Агроменом может справиться. В принципе. Причем, что у него патроны бесконечные. Смотри, где Джейк с этим. А как ты туда забрался, псих? По лестнице, как всегда. Ох. Так, я с Агроменом. Отойди, Агромен, немножко подвинься. Покажи мне свой горб, Агромен. Черт! Я
себя убью. Нет, спасибо, я сам себя убью. Суицидник наркомановский. Если бы ты мне на голову не спрыгнул, я бы выжил. Если бы я тебе не спрыгнул на голову, ты бы умер. Мои патроны, мои патроны. Да, мои патроны целы. Давай. Давай. Ты куда попёрся? Иди на своё место. Я вообще-то к турели хотел подойти. Вот ты плохо делаешь. Тебе не к турели надо идти, идти надо к турельку освобождать. Да ты что будешь делать? Это вообще-то... Я умер, что ли? Нет, я умер. Я себе аплодирую. И твоему, и твоему тупизму, как чувак, ты полез мне в свое место. Ты, короче, иди туда, этот, к турельке той красной, ломай ее. Я на тот пулемет сяду и агромена буду жахать. А тебе не кажется, что мне может понадобиться помощь там? Нет, не кажется. С Джава. Ну так я-то на пулемет иду. А пулемет смотрит там, где ты идешь на турельку. Есть логика, как думаешь? Давай, понеслась. Сейчас жахнем! Открывай дверь, сволочь. Не успел зайти. Я не успел даже встать. Тупое подобие Джава. Давай, подходи. Чего? Блин. Нормально, я сам встану. Спасибо, сэр, что спросили. Можете не волноваться. Как? Ты снайпера не снял? Нет. У меня нет патронов к винтовке снайперской. К автомату. К автомату 5 патронов. Ну так стрельнул бы хедшот. Серьезно? Да. Если бы здесь эти нубские боты умирали с одного выстрела, здесь нужно всадить полобоймы в голову. Он же без глаз может стрелять из снайперской винтовки. Это уже высшая мера читерства. Какого снайпера вообще? Вон там на лесах стоит. Снял. Да, молодец. Я своего снял. Сейчас помогу тебе, пулеметчика уберу. Так, пулеметчик убит. Все. Отлично. Тупой Джава. Начинаю подниматься. Там Джейк Агромена бесит. Опа, кто-то Агромена электричеством жахнул, ты прикинь? Это Ушари этот, как его? Скажи, я тебе скажу, Шокер. Шокер? Да. Как она могла Агромена Шокером огреть? Черт! Ко мне гости, прикрой. Папочка, можно мне Громена взять себе? Сдохни, тварь! Ты умрёшь, я тебя убью. Как? Кто? А, вот кто. Ну, красиво. Агромен, пулеметчик, полная бурма вообще.
Давай перекурим. Давай. Чуть.